Первоуральские волонтеры присоединились ко всероссийской экологической акции «Чистая страна». Для ее участников активисты города Первых устроили плогинг – забег, который совмещает легкую атлетику и сбор мусора. Для уборки выбрали берег реки Исеть. Желающих привести в порядок одно из красивейших мест Екатеринбурга пришло больше 250 человек. Это школьники, студенты и просто неравнодушные горожане. Активисты общественного движения «Город Первых», деятельность которого поддерживает Первоуральский новотрубный завод ТМК, уже не раз проводили подобные мероприятия. Поэтому организаторы всероссийской акции пригласили волонтеров помочь. Плогинг-забег длился час. За это время участники собрали больше тонны пластика, стекла и резины. Нашли даже документы и золотые украшения. Акция «Чистая страна» в этом году проходит в 10 городах. Среди них Москва, Нижний Новгород, Самара, Челябинск и Уфа. Мы справились и в очередной раз оказались, что да, мы можем проводить вот такие масштабные мероприятия, нам это по силу. Мы вчера разговаривали с представителем Министерства природных ресурсов и экологии, нас поблагодарили, нам вручили благодарственное письмо и пообещали нам, что в будущем будут обязательно приглашать нас, обращаться к нам за помощью при проведении каких-то вот таких экологических мероприятий.